Почему у нас перемотка памяти не происходит? Я не понимаю. Мы своими ногами, своими двумя должны добираться до Арсуфа. Отправиться в Арсуф нужно. Но отправиться мы должны сами, выбраться из города. Так. Вот выход из города. Чтобы мне сориентироваться где-то здесь. И его армия неверных. Они пошли против воли Бога. Я не заплачу. Давайте уже с Альтаиром узнаем, что же скрывает Аль-Муалима от всех ассасинов. Возможно, они были союзниками тамплиеров, как я в предыдущей серии вам рассказывала одну из версий, да? Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. А потом, возможно, тамплиеры разделились с ассасинами, и у них теперь своя цель. Поэтому они уже друг против друга враждуют. У меня почему-то музыка наложилась одна на другую. Как события во время убийства, а тут мы в городе. Это, наверное, характеризует сомнение Альтаира. Двойная музыка такая. Так, вот мы рядом с выходом. Вот выход из города где-то здесь должен быть. Вот с помощью них мы выйдем сейчас из города. Посмотрим, где этот Арсуф находится. Нам добавили новый город. Я думаю, что убить Робера будет еще сложнее, чем вот последнее задание на похоронах, которое было у нас. А почему? Да почему? Чего я вообще сюда приперлась? Это не выход? Блин, я перепутала. Давайте обратно. Обратно, ребят. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Вот у нас музыка обновилась. Здесь все, что нужно. Я там что-то не завершила, что она у меня не обновлялась. Не пойму. Тебе сюда нельзя. Не выход ты из города. Это выход из города. Да, это выход из города. Что? Что тебе нужно? Это как мы отсюда выйдем. Здесь я не вижу монахов. Нас просто так не выпустят. Монахи почему-то решили зайти в храм. А вот ученые. Я только что от них. Они почему-то не хотят сюда идти к выходу. Они находятся вообще в том храме. Там, где площадь вот эта вот. Вот они идут обратно. Я как раз вас ищу, ребят. Что-то они не той дорогой идут. Завернут они туда к выходу или нет, интересно. Что-то они не туда идут вообще. Так, эти монахи не хотят мне помогать. Нет, что делать? Умоляю, не уходите. Что делать? Дайте пару монеток.
Погодите, кто-то сумма... гонится за ним? А, ну только так, да? Очень странный тип. Только так сможем выбраться. То есть не ждите, здесь нету монахов, которые вас прикроют. Чтобы выйти из города, зайти, да. Смотрим, где у нас... Она уже сначала из королевства выбраться, да? Сейчас лошадь раздобудем, где-то она здесь должна быть недалеко. Вот лошадь. Черная или рыжая, давайте черную. Можно и белую. Все красивые. По настроению. Лошадь вообще невероятно красивое создание и умное. А, так, доезжаем до королевства, и там, наверное, у нас появится новый город. Арсуф. Интересно мне. Там новый город добавили. Ладно, тут что-то как-то много народу. Пришлось затормозить. Вот у нас... А у нас нет Арсуфа. Я должна сама его найти. Сейчас посмотрим. Забирайтесь на высокие. Наверное, здания, мы должны сами найти дорогу в Арсуф, я так понимаю. Это специально так сделали. Да, я права. Вот, смотрите. Дорога в Арсуф. Нам нужно добраться туда самим. Быстрого перехода нет, возможно, потому что мы еще не были ни разу в этом городе. Поэтому быстрого перехода нет. Как только мы туда доберемся, то будет быстрый этот переход. Там вон ребята гуляют, вот эти вот охраны. И чё, мне ждать, пока они тут пройдут? Нет, пока мне. Долго больно мне ждать, пока вы там пройдете своим прогулочным шагом. Так, смотрим. Тут у нас поворот, да? А тут что у нас? Больше нет никаких поворотов. Странно как-то. А тут у нас что? Нет, все правильно, я ехала. Главное не сбиться с пути. Контрольная точка. Тут еще было одно место в королевстве, куда я хотела. Куда я хотела добраться, после того, как все важные задания выполнил в городах, да? А, там можно собирать флаги, там их очень много. Там какая-то разрушенная местность, какие-то руины. Я еще в прошлый раз хотела это сделать, но у меня и так много времени было потрачено на то, что я активировала башню в королевстве. Поэтому решила перенести на другую серию. А вот, по-моему, это место. Вот оно. Я хочу спешиться и разобраться с ними, со всеми здесь. И после того, как я с ними разберусь, можно будет эту местность обследовать. Как раз дорога в Арсуф, походу. Так, лучники. Вижу, вот. Мы сбиваемся, когда у нас лучник попадает.
Так, я смотрю, где еще лучники. Ага. Можно сделать так. Давайте искать еще лучников. Реактивация. Есть еще тут кто? Я вот эту местность хотела обследовать. Видите, много флагов наверху. Сейчас вот этим займемся и дальше отправимся в Арсур. Я давно уже это место приметила. Сейчас соберем все флаги, которые тут здесь есть. Сколько в него нужно кинжалов? Смотрите. Смотрите, сколько раз я в него кинжалов запустила, в тамплиера. И хоть бы что ему. То есть кинжалами на расстоянии тамплиера вы не сможете убить. Он охранял какое-то сокровище, смотрите, сундук. Он не просто так тут находится. Тамплиера я уже не первый раз замечаю, ставят рядом с какими-то сокровищами, либо они охраняют что-то важное. Но мы сундук здесь открыть не можем. Но просто не первый раз замечаю. Assassin's Creed. Так, все кинжалы потрачены, что очень плохо. Блин, повернулся. Ты все кинжалы потратила ведь. Не того тамплиера. Так, вон еще лучники. Сейчас мы к ним доберемся. Много тут охраны. Мы со всеми справимся. Реактивация. Есть еще тут кто? На стреме. Я знаю, еще выше где-то должен быть флаг, нет. Отсюда не видно. Это они вход в Арсур охраняют. Похоже на то. Тебе не уйти! Я не собираюсь никуда уходить. Я сам сюда пришел. Так, это лошадь, ее не трогаем. Нашу помощницу. Остановите его! Ага, вижу еще. Спалил один. И не один, как их тут много. Это все вход в Арсур они охраняют. И тут много флагов. Помимо того, что нам пришлось много охраны, тут истребить. Нужно еще все флаги собрать. Дальше выше он уже не может забраться. Как видел, еще с этой стороны есть флаг. Все, надо здесь обойти тщательно, сейчас осмотреть. Откуда же допрыгнуть нам вот отсюда? Нет, он отсюда не смог допрыгнуть. А откуда тогда? Еще нужно подумать, как он заберется. Нет нигде выступа, где можно схватиться. Что-то такое освещение, ничего не вижу. Ни камня, ничего. Отсюда не сможет. А откуда сможет? С той стороны сможет? Может, с той стороны сможет? Так, сейчас найдем способ.
Одинаковое расстояние. Нужно повыше, наверное, забраться, чтобы он допрыгнул точно. Так он допрыгнул. Так, еще один флаг, и где-то видела наверху. Вот видите, там флаг один. Вот где флаг, на колонне. Как туда забраться, я не знаю. Мы сейчас разберемся. Сейчас я проверю с этой стороны, отсюда просто не видно. Да, здесь тоже есть флаг, я просто, когда только сюда приехала, заметила, поэтому решила проверить. Вот еще один флаг, и с той стороны флаг. До того флага мы таким же способом доберемся. По той разрушенной стене. Все это место тихое и спокойное. Теперь можем спокойно добраться до Арсуфа. Это как раз эту дорогу они охраняли. Из-за Робера де Сабле, который пытался от нас скрыться. Но я думаю, что Робера нам расскажет много интересного. Что совершенно изменит взгляд Альтаира. Вижу еще один флаг. Поэтому там такая беспокойная музыка не заканчивалась, потому что в игре сейчас такие сомнения у нашего главного героя. Вера-то она может и останется в нем, но может усомниться в том, кто его направляет, кто обманом и прикрывался верой, вел его по, так скажем, лживому пути. Обманом заставлял его выполнять задания, которые были в интересах этого повелителя. Тот, в свою очередь, как я уже повторюсь, прикрывался верой. Может, он, конечно, и верит, если он мусульманин в Аллаха, но... Это ему не мешало еще и манипулировать, например, ассасинами, чтобы те, в свою очередь, выполняли его затею, идею общую. А как нам забраться на эту колонну? Я думаю, что только с помощью вот этой стены. По-другому никак. Ну, и что ты застрял? Личное застревание тебя. Не можешь подняться выше-то? Вот можешь. Просто во время того, когда он застревает, попробуйте нажать правую кнопку. Зажимаете вверх, тянете, да, и он находит сам эти выступы и забирается еще выше. А, как же мы будем здесь... Знаю как. Наверное, так. Да, вот таким способом мы перебираемся на эту сторону. Нужно забраться еще выше и перепрыгнуть на эту колонну. Так. Главное не промахнуться. Выступов здесь нет, только если еще выше забираться. А тут стена обколота и... Не знаю, что-то не получается. Так, попробуем с другой стороны обойти. Тем же способом. Да, тут тоже можно попробовать. Попробуем. Есть там выступы? Чтобы Альтаир смог залезть наверх. Все то же самое. Но не ухватится. Нужно на самый верх запрыгивать. Для этого нужно сначала еще наверх залезть.
О, все так легко было, стоило только попробовать. Так, смотрим. Я видел еще на вот раз и два. Еще на двух колоннах я вижу флаги. Не допрыгнул. Прикиньте, не допрыгнул. Офигеть. Если он оттуда не допрыгнул. Может, я плохо разбежалась? Наверное, все-таки плохо разбежалась. Ну, он не мог не допрыгнуть, да? Ладно, сейчас вот тот флаг раздобудем. И потом повторно за этим пойду. Так высоко. И как же мы сделаем это? По-любому нужно забраться сначала на эту стену и только после этого. А, вот на эту колонну, да? Нет, я сейчас еще раз попробую разбежаться и допрыгнуть до того флага. Один флаг короля Ричарда, всего 31 флаг из 100. Из общей суммы. Ничего больше не пропустили? Смотрю. Может, с той стороны? Ну, вот один флаг, который мы не смогли достать. По какой-то причине он сам вверх и не смог допрыгнуть. Почему? Не знаю. Там вон еще одна лошадь. Охраны я не вижу там. Тут кто был на посту, мы всех устранили, поэтому еще раз попробуем и отправлюсь Варсов за Робером. Другой бы побоялся без разрешения повелителя-то выполнять то, что задумал Альтаир. То есть убить Робера, то есть самого важного из тамплиеров человека. Тут-то два будет варианта. Либо, если бы ассасин, то бишь Альтаир, попался бы Аль-Муалиму, он бы, конечно, его либо изгнал, либо убил. И второй вариант, если, допустим, Альтаир бы ошибся в своих сомнениях, да? И второй вариант, если Равер что-то расскажет такое про Аль-Муалима, что он утаил от ассасинов, и это будет идти вперекор всей идеи и вере ассасинов, то наоборот, никакие угрозы уже не будут указом для Альтаира. Он уже сам выберет свой путь, я так понимаю. Ну, посмотрим. То есть он будет уже для него не повелителем, так скажем, не тот, кто решает их судьбу. Вот как вот я так не допрыгнула. Умереть он не умер, но вот не допрыгнул. Представляете? Кто-нибудь смог достать этот флаг? Он мне покой не дает. Еще выше места я не вижу, чтобы он смог откуда-то допрыгнуть. Под каким-то углом по-любому надо прыгать. Это также получилось, как вот я чуть выше залезла на ту
разрушенную плиту, да, и смогла с разбегу достать тот флаг. Тут же и здесь, наверное. Тут разрушенная колонна. Больше поблизости нет такого высокого места, чтобы можно было спрыгнуть. Вот это вот место, оно чуть ближе, да? Если разбежаться на угол, можно попасть. Фигня все это. Все мои расчеты фигня. Ну почему? Почему, скажите мне? А, я знаю. Я знаю, как достать этот флаг. Верите, нет, но это нужно сделать с помощью кинжала. А у меня их нет. Тогда на обратном пути я вернусь. Можно зафиксировать цель, наверное. И с помощью кинжала можно достать. То есть, если метнуть кинжал в этот флаг, наверное, он будет активирован. Я думаю, так. Тогда на обратном пути я этот флаг заберу. Не дает покоя. Все, я придумала, как это сделать. Тут для нас лошадь припасена. Сейчас будет сохранение, запись брошу. И продолжу свое путешествие в Апсур. Или сейчас брошу. Так, продолжаем. Вот контрольная точка. Прямо секундочку в секундочку. Тамплиерчик. Давайте-ка с ним разберемся. Видите, он еще один сундук охраняет. Это вот, походу, дело сокровища, которые они нашли. 16 и 60. Тут больше никого нет поблизости. И там тоже какое-то сокровище охранял. Тогда на башне обзора, на стене и вот тут рядом. С этими вот руинами. Отправляемся в Арсул. Мне самой прям интересно посмотреть на этот город. Ну сейчас они все будут в панике, они так просто нас не пропустят. А я хочу еще одного тамплиера. Пусть даже за нами гонится. Тебе не уйти! А тут у нас вообще есть башня, которую нужно активировать? Нет? Башня обзора какая-то. Ты умрёшь
Убейте, убейте! Поймаю тебя! Да. Все намного сложнее, чем я думала. Он просто так не уйдет! Схватите его! Как бы нам убежать-то от вас? Башня. Тут есть сток сеном. Есть. Так, сейчас и поступим. Камнями в нас кидаются. Сейчас в итоге сеном спрячусь. Мы почти рядом с городом. Орлиное зрение. Нажмите при полной синхронизации, стоя на месте. Белая информация, желтая цель убийства, красный солдат и синие союзники. Сейчас убежим. Один флаг подобрали. Реактивация. Вот у нас дорога в Арсов. Отмеченная, кстати. Вот в ту сторону. Для нас есть конь. Тут везде охранники, стражники. Везде. Они везде тут патрулируют местность. И в разные стороны ходят тут. Все, можно теперь идти вперед и быстро. Ой! Нужно было нажать тап, а я нажала на что? А я обратно, что ли, поехала? Не туда. Так, меня запутали опять эти круги тут на дорогах. Так, налево. Налево. Дальше мы сможем добраться туда, куда нужно. То есть у нас Акра соединяется с Арсуфом. Легче было переместиться в Акру, если бы я знала. Я бы сделала быстрый переход в Акру и оттуда уже добралась до Арсуфа. Или эта дорога добавилась рядом с Арсуфом. Как же мне? Вот сюда, что ли? Добраться до Арсуфа. Там несколько ответвлений, еще главное, ворот нужно нам не пропустить.